Проникновенная музыка и яркие работы лучших фотохудожников Самары. В галерее «Новое пространство» открылась выставка «Дороги, которые мы выбираем». На снимках героический труд врачей, городские пейзажи, красоты волжских «Жигулей» и страшные последствия грузино-абхазского конфликта. Брошенные дома, которые давно заросли травой. Каждый из фотографов раскрыл тему выбора по-своему. Эти же люди, вопреки или несмотря, тем не менее, они возводят фотографии до искусства. Отбирают и делают, участвуют в этих проектах. За атмосферу в этот вечер отвечали участники трио «Ривербенд». Музыкантам кавер-группы близка философия самарских художников, поэтому они решили поддержать коллег по творческому цеху. Будем исполнять композиции классические, плюс роковые, так скажем. А почему? Ну, потому что это наш выбор, это наш путь, поэтому мы здесь. По словам организаторов, выставка традиционная. Она как некий отчет о проделанной работе за год. Дороги, которые мы выбираем, тема широкая и разноплановая. Проблема выбора, она всегда существовала во всех видах искусства и в жизни. И все это очень тесно переплетается. И нам была интересна именно интерпретация каждого отдельного автора этой темы. В середине ноября одним из почетных гостей фотовыставки станет психолог, специалист и обучающий аналитик Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии Елена Сидоренко. Она поговорит с любителями искусства о психологии выбора. Анатолий Головко, Николай Епифанов, «События».